Здравствуйте, дорогие друзья! И вот закончился третий день моего пребывания, участия в тренинге тренеров в Киеве у Ицхака Пентасевича. Что было сегодня интересного? Сегодня мы узнали, как проводить упражнения, как максимально эффективно донести до людей информацию, не просто, да, чтобы у них это осталось после тренинга, как там на склад, да, где-то знаний, а реально превратить это в навыки. То есть дали инструменты, с помощью которых я и другие тренера могут превратить на тренинге информацию в опыт, в знания, с которой человек уже будет применять в жизни, и у него будет результат. И поделюсь таким маленьким секретом. Все основано просто на такой вещи, как повторение — мать учения, как в том анекдоте, да? Я ему раз сказал, я ему два сказал, я уже сам понял. Вот на этом принципе все и основано. Вот. Завтра нас ждет другой тренер. Он будет рассказывать про корпоративные тренинги, тоже очень интересная тема. И завтра также поделюсь с вами секретами. Сегодня, как видите, попозже все, потому что дополнительно была лекция еще одного тренера по игре, по бизнесу. Кэшфлоу очень интересно тоже. Приеду, также с вами поделюсь. Напоминаю, 11 мая я расскажу вам все секреты, ну, почти все, которые я здесь узнал, и вы узнаете много очень полезного для своего бизнеса. Поэтому приходите 11 мая в 6 часов на бесплатный мастер-класс, мини-тренинг «Секреты из Киева». Всего доброго! Саратов, привет!